для того, чтобы попасть на хорошую рыбалку, нужно поехать по плохой дороге. Наоборот, не получается. Рядом с домом уже давно ничего нету. Все повыбито. Потому что можно проехать на легковых машинах. А тут вот такая военно-грузинская. Колею едет сама. Ой, ну не всегда. Дорога скоро должна упасть в реку. Хотелось бы, чтобы не в этой серии. Вот так вот. Вау. Ну вот типа пришли. Теперь берем груз. Грузик вот такой вот. Вот. И по центру речки станем. Чуть дальше. Где-то вот тут. По центру. Так, ну вот стали. Так, все, стали по центру реки. Теперь нам нужно кормушечку зарядить. Кормушку заряжаем обычно. Белый батон. Ничего умного. Вот три батончика для начала хватит. Кормушка металлическая, внизу груз. Как у истинного спортсмена, штанги, вернее, блины от гантелей и штанги. Опускаем.
опускаем, даем немножко воде проникнуть в хлеб, чтобы она опустилась в самый низ. Вот, и цепляем, и привяжем на всякий случай еще. Всякое бывает, лучше застраховаться. Вот, вон видно, пошла дорожка кормовая. Пока это все происходит, мы подготавливаем удочку в проводку. Ничего умного, обычная удочка. Вот так. Внизу мормышка, груз и поплавок на 4-5 грамм. Без разницы, кто как любит. Но на течение надо немножко, конечно, побольше. 4 грамма для меня это максимум. Снасть чувствительная. Теперь вымеряем дно. Нужно сделать так, чтобы мормышка цеплялась дна периодически. Мормышка была над дном. В кормовой струе над дном. Ну, сейчас посмотрим, что получилось. О, сразу клюет. О, а, ну сейчас. У нас там старый опарыш был в прошлой рыбалке. Ну ты смотри, сейчас. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Просто отпускаем леску вниз. Течение тащит поплавок. В момент поклевки закрываем хомут и подтекаем. Ничего умного. Попробуем еще раз. Уже в самой струе, рядом с лодкой. О, видите, да, что творится? Клюет, ну мелочи, да, сейчас посмотрим. Для подхода рыбе надо иногда минут 10-20, а то и полчаса. Торопиться не будем. Сейчас поймаем одну рыбку, я пока выкручусь. Опять начинаем под лодкой. О, о. Ну совсем мелкая. Ну попробуем, всякое бывает. Ну вот вроде и клевать сразу начала. Вот это плотва. Не особо крупная. Но в процессе могут попадаться хорошие экземпляры. Вот. 4 опарыша. На вольфрамовую мормышку. Цвет особой роли не играет. Поехали. Попробуем ближе к лодке. Кормушку надо немножко крутить, то есть приподнимать и опускать, чтобы постоянно была кормовая дорожка. Течением хлеб уносит вниз. И рыба выстраивается в этой струе. Причем может выстраиваться на протяжении 30-40 метров. Клевать может в самом низу. Крупная, как правило, берется ниже. Вот видите, вот маленькая, наверное, какая-то. Ну да, маленькая густера. Такую брать, конечно, не будем. Ждем большую. Вот сразу клюет эта собака. Это уже немножко покрупнее что-то. Ну вот эта густерка такая для консервов самое то. Небольшая, не маленькая. Для консерва рыба лучше поменьше, потому что кости перевариваются быстрее в автоклаве, нежели у крупной. Не знаю, видно там поплавок, не видно, но... Ну, чуть подальше, немножко покрупнее. Густерки попадают где-то полкилограмма, а то и больше. Вот такую мы берем.
опять. Поклевочка пониже. Небольшая, но клюет. Это отпускной вариант. Как и ожидалось, начали подходить экземпляры немножко покрупнее. О, кто это? Это густера. Вот такие густерки. Взяла ниже. Тоже подлодка клюет, но видать мелкая все. Попробуем пониже отправить. Вот клюет метров 20 внизу. Вот такие вот красавицы. На 4 опарыша или на 3. Вон маленькая мормышечка. А сейчас мы специально прокинем это место. Во. И посмотрим, кто там у нас еще будет клевать. Вот так вот. И вот так бывает. О, плотва хорошая. Лодки. Может, подошла. Густерка опять. Плотвичка. Хорошая плотвичка. Язык. Ой, какой красавец. Такая рыба попадается. Ой, тихо, 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 тихо. Тихо. Хороший. Хороший.
опять подъездок.